Нет, нахуй! Вот, прошло 2 минуты. Смотрите, забрасываю. Считаем. На дно еще идет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, пидорас, сорвался. А что ты? А, все, поехали. О, конята, о, куни херячат, ну. Вот. Блядь, 10 секунд. Я там делов уже. Шмяк. Сразу 2. Вот это хабаровская рыбалка. Аяновская. Блядь, не то, что мы карасей там ловим. Непонятно. Вот так вот мы и живем. В нашем родном краю. Джеймей! What is it? Quiet. Come on, chop it. Да не тяни на дно. Капец, да ну. Пацак, даю. Давай. Хоть бы сошел. Сошел, как ты мне говорил. Хорошо. Бля, как он загнул, да? Зачем? Это бля, как он. Вообще лезь? Ну да, блин. Она сидит, ребят, не знаю, успел камеру включить. Возле спиннинга сидит, он куда. Ай, красавчик, блядь, маленький, я тебя люблю. Че ты? Че ты бросаешься на меня? Че ты, тебе говорю? Ну, не знаю, че ты, ну? Че ты хочешь? Сука, злоб. Ребята, вот это гадюка. Уа!
Куда? Не-не-не-не. Лайкос может я поставить. Я еду с кого, блядь. Нормально, на поле с кого. Так, аккуратно, аккуратно. Ебать там рыбина, блядь! Вот килограмм на 5, нахуй! Вот это рыба! Это да! Ёб твою, блядь, иди ты нахуй! Ребят, вообще когда-нибудь видели такое? На воблер сразу двоих загарпунил. Мне нравится. Прибило к берегу щуку. Здоровую. Джеффа нет. Короче, пол спины нету у рыбки. Еще живая. Ну. Недолго ей осталось. Привет, соседка. Привет. Че, рыбачишь? Рыбачу. Что-то странно, одна удочка в воде, а вторая у тебя что-то в поле. Это секрет. Раскрой секрет. Ты еще давай раскрою. Сейчас, подожди. Давай. На, держи. О. Вот, смотри. 3 часа назад закинула удочку в воду. Хоть бы одна поклевка, ни одной рыбы. А в поле закинула, ты уже 5-й, 5-ку заработала. Молодец. Че ревешь-то? Блин, я тебя зачем на рыбалку отпустила? Да ты побухала нормально. А ты че? Ты зачем мне все это принес-то? Вот они, 2,5, 2,700. Каждый, блин. Вот, подушки, двушки. Самого маленького килограмм. Вот. Это все 2, 2,5. Вот он окунь, братва. Настоящий окунь. Настоящий, да. Окунь. Вот, ребята, вместе с мусором решили сжечь вот эти все спиннинги. Да, в принципе, нахер они нужны. Не клюет, мы вообще заканчиваем эту рыбалку. Вот так вот. Все. Хватит. Вторые выходные без рыбы. Будем просто отдыхать. Горел на синем пламени. Шо, Алёк? Хорошо. Ну кто же там?
Что там за чудо? Опять малек. Опять малек. Не, хорошо, Илья, давай, давай, давай. Малек. О, нет. Нет. Да ладно, Настя, а я за что пускай? О, я ловлю. Ну как оно? А? Как? Нормально? Отлично, смотри. Ты когда-нибудь ловил сток или не? Ага. Не часто. Это охереть. Практически никогда. Это охереть. Мы с тобой вдвоем это еле выволокли. Охренеть. Блять, тут килограмм, наверное, 40, блин. И это не все. Ого! Держи вот палку. Давай. О, в натуре амур, я думал, толстолок. Тихо. Засовывай руку туда прям жабры. Да, он раздавит и руку нахуй. Ты чё, блин? Да? Конечно. Вот чё, ебанулся. Вот она. Нихуя, нихуя. Тут 30, ебанулся ты чё. Какая это у нас, блядь? Ну, бал, полтинник тут, блядь. Уе. Да тащите наверх куда-нибудь. Где рука моя, да? Вот. Тебя? Анчихрис, блядь, это ж не ты, блядь. Давай, ну, завтра пацаны, ты видишь? Да. Блин, я заплатил там. Вроде как. Блин, ёпшкин кот. Что делать? Давай спиннинг выдержу. Не-не-не, какую выдержу? Она дернется, ты что, она мне оторвет. А подсак, ты зря не взяли? А что это она не сопротивляется как будто? Ты хочешь, чтобы она уплыла, что ли? Я вообще не хочу. Ё-моё, вот это монстр. Бляха, муха. Я с такими еще дел не имел. Блин, она там леску, походу, заработила, что ли. Так, все, я пойду. Ой, чудовище. Хватить не могу. Двумя руками бери сразу. Хватай, хватай. Йоу! О! Вот это щука, блин! Ура! Офигеть!